Работает? Работает. Станок для бензопилы, для распилки мелких дров. Съемный. Для заправки топлива и масла. Поворотный, чтобы было удобно. Сварен с профиля. Сейчас покажу в деле. Снял, взял и пошел. Штатив потом переделается. Будет разборная тоже. Выброс для опилок направленный. Подставить можно ведро, мешок. И все будет сыпаться. Самая короткая конструкция и компактная.